Вы зачем и как учите Python? Чтобы что? Здравствуйте, ребят. Пожалуйста, пока продумывайте свои ответы в голове, а я несколько страниц, а потом их объясню, почему и что и как. Итак, у вас было время обдумать свои ответы. Правильный ответ. Вы учите язык, чтобы читать исходный код. Читаете? Если нет, хотите научиться? Вопрос как? Можно читать подряд? Ребят, скажу один секрет. Справочник устроен как передача информации от профессионала к профессионалу. Это справочник. Так устроено большинство руководств и курсов. Но это не работает. Вы же это проверили. Стандартная система обучения, в принципе, вот даю задание посмотреть, как начать работать с человеком. В данном случае будет примерно одно и то же написано везде. Смотрим, загуглил. То есть система работы с кодом в данном случае загуглить. Иными словами, нет алгоритма. Раз. Второе. Вот одно есть очень интересно. Аргументы у нас есть, слава богу. В любом случае мы сразу видим, что алгоритма нет. Давайте посмотрим, как должно выглядеть, что в данном случае надо сделать с парнем, чтобы у него появился в голове алгоритм. Ну, давайте посмотрим на этот алгоритм, на примере Django. Поставим задачу, чтобы он научился читать исходный код. Сложно это или просто? Я думаю, просто. Итак, вопрос «Зачем?». Ответ прост. Для того, чтобы принять решение написания собственного кода. Дальше в ответе у парня будет написано примерно следующее. Пытаюсь понять, что делает функция. А вы знаете, пытаться-то ничего не надо. Все веб-фреймворки делают две вещи. Засовывают в базу данных данные и вытаскивают. Все, больше там ничего нету. Давайте попытаюсь научить парня сначала читать параметры. Зачем? А давайте посмотрим, как все становится на места. Быстро и элементарно. Хорошо. Посмотрите сюда. Класс. Моя задача достичь, чтобы он это делал на автомате. Дальше поехали. Работа только с этим параметром. Все становится на место. Давайте попробуем правильно прочитать документацию. Та же функция. Класс. Дальше мы видим руководство, что может этим быть. И дальше примеры. Дальше парень написал. Дальше пытаюсь понять, почему работает вот так, как мне делать. Рассказываю два варианта. Вариант номер один. Большинство людей делают вот так. Это неправильно. Заходят в модель Django и пытаются в ней разобраться. Тут же надо разбираться. Но подождите, ребят, я вам сказал, идея проста. Любой веб-фреймворк работает просто. Засунул базу, вытянул оттуда. Итак, как большинство людей, что? Тут я буду подставлять, наверное, свое. Дальше это похоже, что Django. Ребят, но это размышление неверно, они ни к чему не приведут. Давайте посмотрим с другой стороны. Давайте посмотрим, что это метакласс. Метакласс создает экземпляры классов. Что? Если я работаю с экземплярами классов, то я буду работать только через атрибуты. Все, мне понятно, но мне чего-то не хватает. То, чего мне надо научить парню. Мне надо научить, чтобы он прочитал документацию. Второе. Перешел, прочитал исходный код. Зачем? Чтобы написать собственный. Недостающая строка – это вот это. Вот он момент, объект первого класса, который будет работать через значение. Вполне очевидно, уже идет его применение. Ой, удивляемся, каким-то образом, соединив всего два знания, мы действительно, получается, что работаем со значениями. Ребят, а при чем здесь было Django? А ни при чем. Знание языка. Хотите нормальное знание языка? Индивидуальное обучение. Пожалуйста. Ссылка в описании. Выбираете план. Начинаем работать. Пишите на почту. Помочь выбрать план. Что делать, что не понимаю, отвечаю. Вы знаете теперь правильный ответ. Изучайте Python. Чтобы читать исходный код и читать профессиональную документацию, принимать решение написания собственного кода. Осталось вопрос как? Вот здесь этому и надо поучиться. Пожалуйста, у меня все.